Ряды жасулановцев пополнились. 60 карагандинских школьников вступили в ряды республиканской детско-юношеской организации «Жасулан». Торжественный прием новых членов движения состоялся накануне в средней школе номер 81. Организация «Жасулан» была создана по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Порядка 100 учащихся 81-й школы дали присягу в канун Дня независимости. В торжественной обстановке галстуки цвета флага повязали самым достойным пятиклассникам, отличившимся в учебе и творчестве. Целью данного мероприятия является развитие лидерских качеств, развитие творческих способностей учащихся и раскрытие их талантов. Ну и также, конечно, наше мероприятие направлено на формирование патриотического сознания, воспитание достойного гражданина своей родины, Республики Казахстан. Юные члены «Жасулана» понимают всю ответственность этого статуса и уже готовы к выполнению своих обязанностей, служению родины, добру и справедливости. Это очень почетно войти в ряды «Жасулан». Я буду продолжать хорошо учиться, чтобы гордо носить звание «Жасулановца». Юные жасулановцы дали клятву хорошо учиться, уважать государственные символы, стремиться к тому, чтобы вырасти достойными гражданами своей страны. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».